Так, кстати, вторая игра уже между эффектом и Фрозеном. Сразу Фрозен начинает хорошенько. 2 килла уже за Фрозеном. Фрозену нужно камбэк. Напоминаю, что он первую карточку проиграл. Так, эффект пропушит Фрозена. Фрозен, ой, теряет хп. Но эффекта тоже его очень мало. А ей эффект перестреливать, пистолета здорово, пропрыжки сложно закрывают. Так, в первой игре был счет 15-21. То есть 6 килов разницы, да? А, 15. А, 22. 7 килов разницы, значит. Фрозену нужно выиграть 7 килов. 21? Просто нужно выиграть 6 кило. Пока что выиграть 2 кило. Нужно еще 4 кило, чтобы была ячейка. 5 кило, чтобы пройти дальше. Ой, как эффект присылает по хп. Фрозен пытается его допушить, но Фрозен тут теряет много хп. Как же эффект здорово пикает. Эффект все-таки его закрывает. Как же это было здорово. Но Фрозен, я думаю, сейчас допушит, но эффект на нежданке. Не ожидал Фрозен то, что он будет распикивать его снова на одном хп. За счет этого его закрывает. 2-4 счет. Друзьяка на кулаке хотел пройти. Как он его закрывает все-таки? Жестко сейчас Фрозен пострелял в наклоне. Очень жестко сейчас по эффекту прилетело. 7 минут у нас еще. 3 килла Фрозен уже отыграл. Нужно еще 3 килла, чтобы была ничья. Фрозен, давай тащи. Фрозен против эффекта. Жестокое противостояние. Пишите в комментариях, кто победит. Прожимайте лайки обязательно. Пусть вас 1000 смотрит, а лайков мне 1000, ребята. Каждому, кому не сложно, нажмите лайкосик и все. Это будет очень приятно мне. 3-5. Эффект начинает сокращать отрыв в данной игре. Как же из-за Фрозена, из-за эффекта топят люди в чате, я в шоке. Фразяка, давай камбэк, Фразяка, мы ждем твоей победы. Ой, здорово, Фразяка. 3 килла разницы. Нужно отыгрываться Фрозену. Здесь очень жестко, сильный соперник эффект. Здесь так легко не отделаться. Конечно, эффект мог вчера вылететь, если бы панч его обыграл, но чуть не хватило. Нет, ну если Фрозен и Ноуми будут в нижней сетке, это будет жестко. Фрозен и Ноуми будут в нижней сетке, а 3 игрока Мэдбулс пройдут по верхней сетке, это будет что-то вообще очень странно. Получается, 3 игрока Мэдбулс будут в полуфинале с Туликой играть. Ой, Фразяка, здорово, 4 килла уже вырывается Фразяка в этой игре. Нужно еще 2 килла, чтобы был камбэк. Давай, Фразяка, тащи. Но эффект, конечно, тоже молодчик. Хорошо отыгрывает, очень красиво. Очень сильные игроки. Но эффект пытается соблюдать дистанцию против Фрозена. Не выпушивать вообще. А, и все-таки эффект закрывает, уже 3 килла снова. Но здесь Фразяки не получается вот эти 3 килла накрыть. Так, Хеннесси, ты мы получаешь.
Так, надеюсь, трансляция не остановилась, потому что я что-то нажал в Ютубе, не понимаю, что. Нет, есть трансляция. Потому что я чутка тупанул. Так, все, надеюсь, я все исправлю. Но здесь Frozen жестко камбэкает, я просто чуть тупанул, на 20% выскочил на компе, чуть закрыл стрим, я думал, он вообще уфнулся. Фу-фу-фу-фу-фу. Все нормально теперь уже. Извиняюсь за такую ошибку, что у вас могло лагать. Но Frozen камбэкает, Frozen, получается, будет проходить 8 ПТС. Раньше давайте привлечь сюда Frozen в концовочке, но это Frozen жестко камбэкает. Жестко, это очень потно, на самом деле. 8 ПТС. В первой игре было 6 ПТС разница, да? Сейчас Frozen можно просто сейвить, нужно играть на удержание уже. Так как играл эффект в первой игре. Но тут эффект, какой распик от эффекта. Фу, ну Фрост молодец. 2 минуты до конца игры. 2 минуты до конца игры. Кто же все-таки пройдет по верхней сетке? Эффект либо Фрозен. Кто упадет в нижнюю? Фразяка. Эффект его перестреливает. Ничейка сейчас на данный момент. 2 минуты. 2 минуты до конца второй игры. Напоминаю, что вы можете придумать. Фонда. Так что переходите по ссылке в закрепленном комментарии, которая сейчас у вас будет в закрепе. А пока наблюдаем за этим потным матчем. Эффект против Фразяки. Потно, 1.5 минуты. Оба не пушат друг друга. Играет абсолютно на удержание. Абсолютное удержание. Никто не хочет проигрывать. Ой, сейчас может быть ошибка от Фрозена. Ой-ой, прочитает по ХП. Ой-ой, фу-фу, повезло. А как он зарегал? Сейчас за стеной нормально. Пушит Фразяка. Эффект против Фрозена. Эффект пристреливает Фрозена. Теперь Фрозен нужно делать еще один килл, чтобы сравнять счет по итогу 2 матчей. Какой же под Фрозен против эффекта? Кто же пройдет в следующую стадию? Фух, 57 секунд, 57 секунд. Фразяка ловит эффект, эффект на дух, ну эффект в прыжке с разворота дает по Фрозену. 2 килла нужно делать Фрозену, чтобы сравнять счет теперь. Что делает эффект? Как же он только что в прыжке все хп ему снял. Фрозен, нужно пушить. Нельзя на месте ставить, нельзя на месте стоять. 30 секунд, нету времени, чтобы на месте стоять. Фрозен закрывает эффекта, 26 секунд. Кто же все-таки пройдет дальше? 1 килл разницы. Будет ничья или нет? Фрозену нужно делать килл. 18 секунд. Эффект выходит с другой стороны. Фрозен это начинает. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Эффект все-таки его закрывает. И эффект проходит дальше. На последней секунде Фрозен вылетает в нижнюю сетку. А мог быть 3-й матч. 1 килл все решает. Эффект проходит.